Предтеча был казнен царем Иродом Антипой по просьбе своей падчерицы Соломеи. Жена Ирода, которая и была подлинным инициатором казни, спрятала голову пророка в своих покоях. По преданию, благочестивая Иоанна, супруга домоправителя, нашла святыню и похоронила ее в сосуде. Первый раз честная глава была обретена вельможей, христианином Иннокентием при строительстве церкви. Перед своей кончиной он опять спрятал святыню, опасаясь того, что она попадет в руки язычников. Второе обретение состоялось в 452 году. Главу нашли в глиняном сосуде в пещере монастыря, возникшего в том месте. По преданию, сам Иоанн Креститель указал архимандриту, где она сокрыта. Оба места обретения сейчас находятся на территории русского православного Елеонского Спасо-Вознесенского женского монастыря. В честь этих событий там воздвигнута часовня обретения честной главы Иоанна Предтечи. Внутри сохранились остатки мозаики древней часовни, построенной еще в III веке.